В августе в нашей стране ожидается ряд изменений, связанных с принятием новых законов. Об этом сообщили в Госдуме. В частности, граждане смогут получать информацию о выполнении всех запросов на получение государственных и муниципальных услуг и мер соцподдержки через портал Госуслуги. Со 2 августа вступает в силу закон, позволяющий депутатам местных парламентов участвовать в формировании городской или поселковой администрации. С 5 августа скорректируют правила единой выплаты на детей. Если заявление на его получение будет подано по временной прописке или месту фактического проживания, то будет проверяться, где заявитель и дети живут на самом деле. Это касается случаев, когда ранее пособие было назначено в другом регионе, где прожиточный минимум меньше.